Слушай, а что вы обычно с родителями делаете в новогоднюю ночь? Танцуем, поем. Мама стихи рассказывает. А вы? Ура! Каникулы! Да какие каникулы? Задали гору. Да уж, сочинение «Самый счастливый день». Вот счастливые дни мы вам устроим. Ну ладно. И вас. Может, что-нибудь скажешь? Я тебе уже все объяснил. А я не поняла. Боря, а который час? Ну ты что, раздевайся. Я сейчас. Алло, Женька, с Новым годом! С Новым годом, Борька! Ура! Ого, сколько народу у вас! Жень, у меня проблемы. Ты же никому не расскажешь. Я могила, ты знаешь! Могила. Родители у меня поссорились. Не знаю, что делать. Ладно, могила. С Новым годом.
Мам, пап, спасибо большое, коньки просто замечательные. Подошли? Пойдемте на каток. Мам, пойдем? Лучше в планетарий. Там, Бурка, и опробуешь свои коньки. Там не заболеет. Правда, что? На каток можешь и летом сходить. Да, Борька? Борь, садись есть манку. Мужчина должен есть мясо. Держи курочку, Борька. Просто папа не знает, что ты не ешь жареное на завтрак. Вот бабушкино варенье. Сынок, ты должен есть не только сладкое, потому что завтрак должен быть питательным. Если бы папа почаще следил за тем, что ты ешь, то, может быть, и приучил бы тебя есть много и питательно. Спасибо. Я не голоден. Ты хорошо себя чувствуешь? Очень хорошо. Борька. Ты поблагодарил маму за коньки? Борь, сходи, принеси папе газету. Я видела в окне почтальона. Тук-тук-тук. Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. И тебя с Новым годом. Слушай, Могил, а что бы ты загадал, если б знал, что это желание точно исполнится? Ну, чтобы не болел никто, чтобы бабушка не кашляла, а, и чтобы не надо было рано ложиться спать. А ты? А я точно знаю, что бы загадал. Слушай, Борька, я тут прочитал, что людей можно примирить либо большой радостью, либо горем. Но настроение испортить это вообще легко. Давай лучше радость. Тут придется постараться. Тут надо сделать что-то невозможное. Может, генеральная уборка? Жень! Жень! Домой пора! На! Закройся. Держи. Спасибо. Пошли, пошли, пошли. Сейчас. Уборка? Попробуй. Только никому ни слова. Ты чё, я ж могила. Ну да. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки в крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Что происходит? Генеральная уборка. Очень хорошо, что ты стараешься помочь маме.
мы сознаем, как крепнет флот воздушный наш первый мир. Что случилось? Ничего, мам. Убирался я. Ну, молодец. Отцу тоже не мешало бы этим заняться. Я к могиле по важному делу. Ты надолго? Минут на 20, не больше. Шапку надень. Ты что, из дома сбежал? Временно. Вот это да. В общем, у меня есть план. Ты только не переживай. Никто не да узнает. Да я помню, ты могила, да. Ты будешь звонить моим родителям каждые 5 минут. И говорить, что ты очень ждешь меня. Понимаешь? Ну а что тут непонятного-то? Ну так вот, и ты будешь говорить это, пока не поймешь, что они с ума сходят. Ну не в буквальном смысле. Жень, Бой! Бабуль, не сейчас. Да не, спасибо. Ты прожуй сначала. Все. Я готов. Алло, здравствуйте. Это Женька. А Борьку можно?
Как нет? Ко мне не приходил. А может, с ним что-то случилось? Нет, но если он придет, я его наберу. Все, до свидания. Алло? Алло. Жень, Борька так и не пришел? Да. Да-да. Алло? Как нет? Алло. Да, позвоню, позвоню, да, да. Да, это все еще Женька. Ну что там, Борька? Алло, ну что, Жень, пришел? Что она сказала? Мы сходим с ума. Мы сходим? Ты точно запомнил? Честная Могильская. Но надо их еще чуть-чуть помучить. А, пусть они позвонят в милицию, не, в морг. Не, они же волнуются. Они сходят с ума. Кто сходит с ума? Кто они? Они сходят с ума. Бабушка, они сходят с ума. Кто сходит с ума? Они сходят с ума. Кто сходит? Они сходят с ума. Господи, мы сходим с ума. Я написал, что самым счастливым днем был день, когда я ходил в Третьяковскую галерею. Хотя на самом деле я был там полтора года назад.